Добрый день, дорогие наши ребята и их родители. Меня зовут мисс Нелли, Sunshine State Academy. Мы сегодня поговорим с вами про русскую букву А. Буква – это значок звука, который мы слышим с вами и произносим. Ребята, звук А может встречаться в любой части слова. Слово может начинаться с этого звука или заканчиваться на него. Или даже звуков А в слове может быть несколько. Для этого я вам приведу пример. У меня есть картинки, на которых изображены автобус. Автобус. Звук А слышен в начале слова. Есть картинка акула. Акула. Звук А слышен в начале и в конце слова. Есть картинка с лисичкой. Лиса. Звук А слышен в конце слова. Вот она у меня есть. Белочка. Белка. Белка. Звук А слышен в конце слова. А есть цветок под названием ландыш. Ландыш. Звук А слышен в середине. Есть цветок под названием астра. Астра. Звук А слышен в начале и в конце слова. Есть у меня еще ваза. Ваза. Звук А слышен в середине и в конце слова. Есть туча, дождевая туча. Звук А слышен в конце слова. Туча. Есть воздушный шарик. Шарик. Звук А слышен в середине слова. А сейчас я прочитаю вам стихотворение. А вы сосчитайте, сколько звуков А вы услышите в словах, называющих фрукты. Что везешь, автомашина? Все, что есть на букву А. Вот арбузы, апельсины, абрикосы и айва. А сейчас, ребята, давайте вместе подсчитаем, сколько звуков мы услышали в словах, называющих фрукты. Арбуз. Звук А первый. Апельсин. Звук А второй. Абрикос. Третий А звук. Айва. Это будет четвертый и пятый, потому что айва начинается и заканчивается буквой А. А какие вы знаете плоды, название которых начинается на букву А? Спасибо. До свидания.